три, две, одна. Марш! Лыжные соревнования среди учащихся различных СУЗов Невского района проводились в первый раз после длительного перерыва. Место было выбрано не случайно – Невский лесопарк. Здесь участники могли не только побороться за звание лучшего лыжника, но и насладиться активным отдыхом на природе. Всем очень нравится, потому что погода нам сегодня повезло. И, конечно, это возрождение, можно сказать, смело наших лыжных гонок для СУЗов. Длина дистанции для мальчиков составила 3 километра, для девочек – 2. В соревнованиях приняли участие все желающие. Помимо тех, кто катается на лыжах уже давно, попробовать свои силы смогли новички. Владимир Харин катается на лыжах с детства. Своей любви к этому виду спорта он не изменяет и старается участвовать во всех городских соревнованиях по лыжам. В его копилке спортивных наград уже много дипломов и медалей. Лыжи – это очень привлекательный вид спорта. Во-первых, идет борьба с самим собой. Можно побороться, проявить себя на лыжне, посмотреть, на что ты способен. Результаты соревнований станут известны через неделю. Лучших лыжников Невского района наградят в администрации.